Его называют «танцем страсти», бурным диалогом между мужчиной и женщиной. Таким понятным и в то же время загадочным может быть только танго. Многие народы приложили руку и душу к этому ритмичному и чарующему стилю. Он взял свое начало у афроамериканцев, прошелся по Европе и закрепился в Аргентине уже как парный танец. В стране, вот, где возник этот танец, было больше мужчин, чем женщин. И этот танец раньше назывался «Танец одиноких мужчин». Именно по этой причине прекрасному полу дали свободу и позволили играть доминирующую роль. Так танго стал единственным танцем в латиноамериканской программе, где ведет в основном партнерша. Танец очень темпераментный. Одно время он был даже запрещен государством. Были постоянно драки, скандалы, мужчины не делили женщин, вот, и, ну, была поножовщина, то есть была очень большая преступность именно из-за этого танго. Сегодня существует много разновидностей танго. Постоянно добавляются элементы, усложняются шаги, повороты, остаются неизменными лишь темп, ритм и, конечно же, чувства. Взаимосвязь пары – это очень трудный процесс, но мы с Максимом уже 4 года танцуем, у нас уже есть некая связь, поэтому нам достаточно легко. Особенно сложно подобрать партнеров, естественно. Мужчин? Да, мужчин. В наше время наблюдается перевес в сторону прекрасной половины. Уже нет драки за женщин. На одного мужчину приходится чуть ли не по две. И как быть, если найти партнера не получается, а танец страсти зовет и манит? Выход есть. Можно танцевать танго с самим собой. Парно – это классика. То есть на данный момент можно видеть и парня танцующего одного. Танго – это страсть, эмоции. Вот я, например, так выражаю – отдыхаю. Я считаю, что одной достаточно танцевать. Буря эмоций для себя – это просто класс. Парные танцы, как и пары могут танцевать, так и каждый человек может по отдельности танцевать и выражать себя, так скажем, не только для партнера, но и для самой себя. Уже 5 веков подряд этот танец живет и зажигает своей энергией. Танго – это не то, что просто танец, это целая жизнь и характер. То есть это куча впечатлений, эмоций. То есть жизнь, на самом деле, в танго бурлит. И, как бы, естественно, центр в этом танце, да, все вокруг чего это кружится, это отношения между мужчиной и женщиной. А если мужчина, если женщина, это не важно. Главное, что это есть отношения. Отношение к жизни, отношение к человеку и к самому себе. Главное, чтобы были эмоции. Ведь там, где есть эмоции, есть жизнь. Екатерина Стрелкова, Олег Карпухин, «Где легко».